Что за фигня? Чисто, двинули. Стой, зря не палить. Контакт, один солдат. По моему сигналу. Готов. Кажется, их только двое. Давай вместе. Правый мой. Приготовься. Три. Два. Стой! Завтра я покидаю эту несчастную дыру. Черт, еле пронесло. Их слишком много, придется обходить. Идем по моему сигналу, голову не поднимать. За мной. Тебе нужно привыкать все время брать. Что это был за шум? Никого нет. Они направляются к нам, не шевелись. Недавно я получил сообщение по рации. Где-то у нас работает снайпер. От кого информация? Информация лично от кучки трупов с дырками от пуль. Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. Слышал? Про каких американцев они говорят? Не имею ни малейшего понятия. Подумаем над этим позже. Сейчас есть дела поважнее. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Скорее всего, нет. Босс отдал какой-то новый приказ, и теперь все носятся, как ужаленные. Что-то явно происходит. Передаю приказ. Голову не высовывать. Видите или слышите что-то подозрительное, сразу сообщайте. Передайте остальным. Проверки каждые 10 минут. Никаких исключений. Это двигатель. Пригнись. Пусть пройдут. Ага. Ты вообще в армии служил? Нет. Нас подразделение ненадолго отправили в людей. Да, это было приятно. Андерсон, давай за мной. Не поднимайся. Берешь ближнего, второго оставь мне. Давай посмотрим. На центральном участке множество целей. Разыграем комбинацию осторожно. Готовься. Я буду называть цели. Готов. Внимание, противник движется в нашем направлении. Отставить. Рядом с нами катер, не стрелять. Черт побери. Да, я знаю. Попробуем переждать. Что случилось? Почему ты тут остановился? Чертов двигатель заглох. Ржавый ненужный кусок дерьма. Может, бензин кончился? Подожди-ка, пойду посмотрю, может, в кузове есть. Черт, спокойно, пока не стреляй. Эй, стой, заработал. Что? Все равно надо проверить. А зачем? Я все осмотрю, когда приедем в главный лагерь. Садись поудобнее. Еле пронесло. По лодке чисто. Вышиби ему мозги, раз уж он там. Mm-hmm.
Так, парень на причале один. Огонь разрешаю. Давай уже, Коул. Ты это сам хочешь сделать, Андерсон? Давай. Поживей, не сутки же нам тут торчать. Нет, мать твою! Идем. Вон там, замечена цель! Рейзер 31, доложите обстановку. Говорит 31-й. Мы на западном берегу. Сопротивление минимально. Время прибытия к месту встречи тоже. Прием. Все, понял, 31-й. Так держать, Келлер. Ура! Не поднимайся. Мимо тех двоих, что на выступе, нам не проскользнуть. Берешь того, что справа. Я нейтрализую второго. За мной. Не стреляй. Подождем. Прячься под причал. Не поднимайся. Ты еще работаешь со своим скупщиком? С парнем из Сингапура. Не вступать. Ну да, только что сбагрил ему партию часов. Ролик снял. Поможешь с ним связаться? У меня набралось приличный... Ладно, выдвигаемся. Осторожно. В основном золото. Есть парочка камней. Еще часы. Конечно же, я вас свяжу. Даешь мне половину и дело в шляпе. Очень смешно. Я серьезно. Налево. Хочешь половину только за то, что нас свяжешь? Твою мать, ты серьезно? Эй, придурок, посмотри вокруг. Ты на чертовом вонючем острове. Я что-то слышу. Некому сбывать вещи. Боже мой, ты похож на зомби. В зеркало смотрелся? А я беру половину. Когда ты превратился в такого жадного ублюдка? Я двое суток не спал. Мне нужен от тебя. А что случилось? Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Я понял, ленивого засранца, Дмитрий. А я его уже два дня в лазарете держу. Неудивительно. Что ты имеешь в виду? Ну а пока валет! Враг впереди. Снимаем его по-тихому. Понял. Первый же день... Его укусили. Так не говорили. Мать твою, насколько все плохо. Доктора говорят, ногу, наверное, придется отрезать. Но это все равно, что помереть. Так что он решил ничего не трогать. По крайней мере, не А это еще что за фигня? Гражданский спортивный самолет, очень старая модель. На вид очень неустойчивый. Думаешь, стоит его трогать? После вас. Вот же дерьмо. Быстро заканчиваем здесь и линяем. Ну, давай посмотрим. Можешь спрятать оружие. Это будет очень непросто. Ну, как всегда. С правой стороны лагеря идти нельзя. Слишком долго нужно быть в воде. Нас порвут в клочья. А вот слева все наоборот. Думаю, мы сможем с ними справиться, если сыграем грамотно.
Стреляй по моей команде. Точность здесь решает все. Справимся. Начнем по порядку. На берегу двое ремонтируют лодку. Сначала сними того, что возле мотора. Теперь займись другим. Снайпер в самом высоком доме. Он цель номер один. Смотрим влево. Парень кружит, как стервятник вокруг здания. Жди, когда он скроется за левой стеной. Двое солдат ошиваются возле дома. Видишь их? Да, вижу. Стреляй в рацию, это их отвлечет. Она в нише с правой стороны дома. А теперь давай. Теперь займись другим. Убийство подтверждаю. Крупно облажались. Черт, убери, держись за что-то. Точно. Давай, нам нужно исчезнуть. Они тут все обыщут. Забудь, нам никак нельзя светиться. Что у вас там произошло? Этот старый кусок металлолома наконец упал с утеса. В квадрате чисто. Давай. Двое противников стали очень удачно. Убей их одной пулей. Не светись. Что это был за шум? Отличный выстрел. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Чтобы пересечь пляж, нам придется их отвлечь. Заложим в этот дом заряд С4. Они отвлекутся, и мы найдем в их обороне слабое место. Понял. Ладно, выдвигаемся. Взорвем, когда отойдем на достаточное расстояние. Стой! Вперед! Давай сюда! Эй, смотри в оба! Я и так смотрю. Что это было? Не пари мне чушь. Ты слышал, что они сказали? Про то, что там снайпер. Нет, я стою вторую смену подряд. А еще у нас строгий порядок переговоров. Черт, какой еще оказалось, снайпер? Оказалось, наверное.
Похоже, тут целое подразделение противника.